Время готовиться к Хэллоуину. Сегодня мы расскажем, как стать первой леди на балу темных сил. Раскроем тайну ног в зонтике и познакомимся с загадочным безликим призраком. Будет страшно интересно. И для начала нам понадобится букет искусственных цветов и резиновые глаза. Горящим пистолетом крепим глазки к серединке цветка. Упаковываем букет в бумагу, перевязываем черной ленточкой. Дорогая подруга, эти цветы я собрала специально для тебя. О, у них что, есть глаза? Забери этот ужас немедленно. Как по мне, эти глазастики очень даже милые. Даже странно, что подруга не оценила. Обычный кошелек – это совсем не по-хэллоуински, но мы сейчас все исправим. Нам понадобятся жевательные конфеты челюсти. Крепим их к кошельку на термоклей. Верхняя челюсть готова. Осталось сделать протезирование второй стенки кошелька. Улыбочка – чиз! Для большего антуража можно поместить между зубами резиновую крыску. Для этого лайфхака нам понадобится коробка из-под конфет. Разминаем пластилин. Придаем ему вот такую форму. Продавливаем глазницы. Острием карандаша формируем носовую кость и челюсти. Делаем несколько таких черепушек. Выкладываем черепа на коробку. Накрываем белой туалетной бумагой. Смачивая водой, облепливаем черепушки бумагой. Поролоновой кистью наносим краску. Красим коробку в багровые тона. Подкрашиваем черепа блестящей краской. Шкатулка с кровавыми черепами готова. Ужасно стильный способ хранить любимые драгоценности. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Жила-была милая девочка, пока не превратилась в черную ведьму. Да, черная аэрозольная краска творит чудеса. Красным лаком закрашиваем кукле глаза. Готово? Страшная кукла хочет поиграть с тобой. Бррр. Примеряем хэллоуинский костюм на старый металлический чайник. Красим его в темно-коричневый цвет. Ломаем деревянную шпажку. Соединяем термоклей, размещая палочки зигзагом. Обматываем пищевой фольгой. Нам потребуются влажные салфетки. Растягиваем салфетку и наматываем поверх слоя фольги. Красим в темно-бордовый. По такому же принципу делаем еще 7 таких лапок. Горячим пистолетом крепим лапки к чайнику. Жуткий чайник-паук как будто спустился с экрана хоррор-фильма. Если у тебя арахнофобия, с этим чайником лучше не встречаться. Бррр. Для следующей раздирающей душу идеи нам понадобится клей ПВА и ватные диски. Рвем диск на кусочки. Выдавливаем на руку клей, клеим вату. Добавляем еще немного клея и сглаживаем края деревянной палочкой. Обклеиваем руку по кругу. Большой палец тоже не остается в стороне. Обклеиваем и его тоже. Капаем на ноготь ПВА и крепим к нему длинный коготок из ваты. Окрашиваем ватную границу в кроваво-красный цвет. Смешиваем цвета, чтобы добиться плавности переходов. Черной гуашью придаем реалистичность. На внутренней стороне ладони проделываем то же самое. Красим кожу в розовый, чтобы придать ей воспаленный вид. Рисуем каемку зеленых чешуек, закрашиваем и рисуем блики. Пальцы покрываем мелкой чешуей. Промежутки между чешуйками красим в черный. Добавим праздничного блеска в виде глиттера. Теперь ты готов одарить друзей хладнокровным рукопожатием рептилии. Их реакция будет не такой прохладной. Выглядит рука рептилия очень натурально.
А теперь расскажем, что можно сделать из одноразовых латексных перчаток. Нам понадобится карманный фонарик. Разбираем его на части и отрезаем лишнее. Главное, не задеть светящиеся элементы. Включаем фонарик и кладем его в перчатку. Надуваем и подвешиваем под купол зонтика. Светящиеся шары с пальцами – то, что нужно для мрачного хэллоуинского вечера. Необычный светильник создаст в комнате загадочный полумрак и добавит капельку жути в общую атмосферу праздника. Для этого лайфхака нам понадобится отрез черного фатина, атласная ткань и бельевая резинка. Расстилаем фатин на столе, кладем на него атлас и растягиваем по длине отреза резинку. Фиксируем резинку на термоклей, накрываем резинку тканью, затягиваем резинку и связываем концы. Теперь нам понадобятся старые осенние башмаки и детские гамаши. Набиваем штанины бутылками. Создаем объем при помощи наполнителя. Вставляем ножки в ботинки. Раскрываем большой черный зонт. Натягиваем юбочку на трость, проделываем к зонтику полосатые ножки. Подвешиваем зонт повыше. Парящая в воздухе ведьмочка будет следить за порядком во время праздника. Смотрится немного пугающе, но в то же время забавно. Далее берем резиновые глаза и красные нитки для вязания. Горячим пистолетом крепим к глазу коротенькие нитки. Имитируем сосудистую сетку, приклеивая к ниткам маленькие кусочки. Подрезаем слишком длинные края. Проделываем в резине отверстие и продеваем в него швензу. Получилась оригинальная хэллоуинская сережка. Девушка, а девушка, у вас такие красивые глаза. Упс, все четыре. Из гибкой металлической проволоки скручиваем обруч. Нам понадобятся части кукол, которыми уже давно никто не играет. Крепим ручки и ножки к обручу на термоклей. Для декора используем жемчужные бусины. Приклеиваем бусины к проволоке. Настало время выбрать королеву шабаша. Леска, кукольные ручки, бусины и цепочка. Все, что нужно для дополнения неповторимого образа. Нанизываем бусины на леску. С обеих сторон от бусин крепим на термоклей пластиковые ручки. Закрепляем цепочку. Жуткая бижутерия готова. С этими бусами ты будешь ужасающе прекрасна. Для карнавала в хэллоуинскую ночь не обойтись без театральной маски. Срезаем с маски нос, прикрываем отверстие кусочком картона. Накладываем сверху тонкую салфетку. Тщательно промазываем салфетку клеем. Покрываем маску белой акриловой краской. Сиреневой краской наносим на маску узор. Рисуем треугольники. Крепим к маске резинку. Фиксируем термоклеем. Накрываемся с головой черной тканью и надеваем маску. Загадочное появление человека без лица, как минимум, озадачит приглашенных на праздник. Знакомьтесь, специальный гость вечеринки. Безликий из аниме, унесенные призраками. Смотрится жутковато. На этот раз нам понадобится кусочек полиэтилена. Покрываем ладонь краской. Делаем оттиск. Смазываем полиэтилен кремом для рук. Выдавливаем по форме рисунка термоклей. Высохшую руку снимаем и покрываем красной гуашью. Делаем из термоклея капельки крови. Цепляем тонкую леску и подвешиваем отпечаток. Отличная идея декора для вечеринки. А теперь распечатываем изображение свирепого клоуна и крепим его на картонный круг.
Горячим пистолетом приклеиваем сверху белое кольцо. Теперь нам понадобится цветная гофрированная бумага. Растягиваем бумагу, чтобы получился волнистый край. Делаем по центру надрезы, складываем кусочек пополам. Делаем заготовки красного и зеленого цвета. Из белого фоамирана склеиваем такой полубант. Крепим бумажный декор на круг. Подвешиваем клоунский венок на входную дверь. Так, кто там стучит? Хватит баловаться уже. Ой, мамочки, что за кошмар из моих снов? Боюсь клоунов. А-а-а! На большом листе черного картона рисуем мелом кошечек. Делаем их насупленными, взъерошенными и суровыми. Вырезаем. Крепим изображение к стене. При правильном освещении коты выглядят устрашающе. Китикет или напугаем? Понравились наши страшные и ужасные идеи для Хэллоуина? Напиши в своем комментарии, какую из них ты обязательно используешь в подготовке к своей вечеринке. Ставь лайк этому видео и подписывайся на Трум Трум Селект. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы видеть наши ролики в числе первых.